Новосибирские энергетики в будущем году планируют в два раза увеличить объем инвестиций и потратить больше 1 200 000 000 рублей. На что пойдут средства, расскажут мои коллеги. Один из масштабных проектов этого года – модернизация оборудования ТЭЦ-3. На 4 из 8 котлов заменили систему очистки поверхности и нагрева, установили автоматизированную водяную обдувку. Это позволяет повысить надежность и энергоэффективность оборудования, а в перспективе в разы снизить годовое потребление топлива. На других ТЭЦ также завершили ряд инвестпроектов. В том году занимались водогрейным котлом номер 2 на ТЭЦ-5. А этот пятый котел берем на следующий год. Ну, это для обеспечения надежности и возможности подключения новых потребителей. Пиковая котельная, она подхватывает тепловую нагрузку. В этом году потратили около 650 миллионов рублей на модернизацию станции. В 2022-м СГК планирует вложить в оборудование ТЭЦ вдвое больше. Например, энергетики планируют построить новую систему возврата сточных вод на ТЭЦ-4. Это поможет исключить сброс ливневых и производственных стоков в городской коллектор. Кроме того, в планах инвестиций и ремонт городских теплосетей. Здесь и новые сети, и замена критических участков, и техперевооружение, то есть там, где надо, с увеличением диаметров на следующий год, опять же, заложено. То есть мы продолжаем идти по Богаткову в сторону Кирова. Работы на улице Богаткова рассчитаны на несколько сезонов вперед. Александр Шарудило, Екатерина Стывко, Алексей Зубило. Новости ОТС.